кого увидел. Что-то вот мы с собой за грибами собрались. А погода, думаешь, не грибная, что ли? Нет. Уедем мы с тобой по солнышку. А вон там он, видишь? Нет, не по дождю, боюсь. Не по снегу ли? Да ну. Или это осень наступает, не зима, да? Это осень, да. Хотя там облака-то вон белые-то. Прям такие. Ты гляди-ка, мы ведь с тобой последний раз были в пятницу, да? Да. Сегодня вторник, 14-е, а лес-то как поменялся. Да и есть и грибы, в общем-то, в выходные было здесь светопредставление такое. Все ходили по два, по три, по четыре раза, и все по корзине, по ведрам. У нас детишки два раза от нечего делать, сбегали недолго и увезли, сколько, 12 литров отварных, готовых к заморозке грибов. Да и все тут набрали. Ну, я надеюсь, что наши грибы никто не нашел. Да, но вот ты видишь, тут еще дело в том, что тепло было. Может, они сейчас все наши-то уже червивые стали. Ну, посмотрим. Ну, давай, смотри. А я буду тебя снимать. Пошли тогда. Какая ты зоркая. Ну, найдешь, скажешь, Борис. Ну, и ты тоже. Да, да, надейся. Тут листва-то, да? Да. Ну, вот я смотри, уже появила зоркочка. Нашла грибов. Значит, под березой. Думаешь, крепкий, чистый? Посмотрим сейчас. Вроде, да, должен быть. Да, в принципе, под колесами нашла, да? Да. Вот не знаю, брать ли. Нет, не брать. Вижу, вижу. Тепло ли? Да. И слуха как бы дождя-то не было тут в эти дни совсем. Да. От слова. Ну, давай, проявляй зоркость еще. И дальше, да? Да. Ну, вот этот я не буду смотреть, он глянется какой-то, тоже под березами. А что же я-то это? А у меня-то зоркость куда делась? Ты не туда смотришь, наверное. Я на тебя вообще-то... Через камеру. Я на тебя... Как приближает через камеру-то? Да. И здорово. Значит, ты должен в два раза больше меня найти. Ну, я обычно в два раза больше тебя и нахожу. Просто не признаюсь в этом. А, сидишь свое самолюбие? Да, да. Ну, пошли, ладно, все. Пошли, да? Пошли, конечно. Вот тут два подберезника у меня растут. Ну-ка, где? Вот. Ой, блядь, кого тут белый? Где? Вот. Да, действительно, смотри-ка. Где подберезы? Вот два подберезы. Ага. Беленькие, это вот хорошо. Слушай, а вот еще белый. Ну-ка, сорви его. Покажи мне. Не верю. Не веришь? Да. Вот. Да. Да, 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 да. Ну, мой красивший. У тебя там ножка съеденная, у твоего-то. Нет. Нет? Ну, значит, он вкуснее просто. Наверное. А вон там еще один белый, наверное. Подберёжки чистые. Ну-ка, покажи. Ага, угу. Ну давай этого белого смотри. Где ты говоришь, еще белый тут может быть? Вон там. А вот, ага, это ты уже это. Мы видели, что ты просто. Этот с съеденной ножкой, как ты сказала, забраковал. Да. Думаешь, это белый? Ну подойдешь, сейчас посмотришь.
хороший тоже, да? Да. Ну-ка. Ну, посмотри, как он стоит. Где? Красавец, вот белый. Видишь? Да. Да, вот, вот, вот. Ага. Вот. Бегаешь под березовик? Вот два подберезовика. А вот еще белый. Еще подберезовик. И вон там между меня есть. Смотри, а тут даже семейка маленькая. Ой, смотри, какая ножка-то! Вот крепыш-то! Действительно, боровики. Черт, ветерок-то как! Смотри, какое чудо растет. Где? А вот, у березки. Видишь? Это я нашла. Ну, это я тебе сказал, иди сюда. Ну, да, в том плане, да. Так что направил мои стопы. Так что пополам. Один мой, который получше. Только они оба, наверное, красавцы, да? Ну, какие? Нет, вот темненький, это мой. Ну, хорошо, пусть будет твой. Да что ж ты, одно старье, а у тебя и у меня тоже. Вообще взять нечего. Ну, сейчас пойдем. Вот их море стоит здесь. Ну, они вроде бы это, да, почище здесь, чем выше, тем чище. Но это, конечно, нет. Да, вот этот вот тоже. Еще-то, вон их полно. Просто полно. А взять, думаешь, нечего, да? Ну, ну вот из этих двух что ты возьмешь? А я вот это возьму. Вот это я возьму. Ну, бери. А я вон тот возьму. Да. Какой? Он там еще должен быть белый. Видишь? Ага. А он там еще должен быть белый. Стоит. Вот, стоит. Видишь, я знаю, что там есть. И может даже еще есть. Видишь, а? Действительно стоит. Там он и под березовики. Ну, вот брульные они будут, не брульные. Я говорю, их тут просто море. Ну, вот этот тут попробую тоже. Нет, наверное. Нет, этот нет, конечно. Нет. Нет, да? Видишь? Да, вижу. Раз, два, ты имеешь в виду? Нет, я этого не видел. Три. Ты вот эти раз, два, три, да? Да. Молодец. Смотри, может быть, четыре, пять где есть. Три, семь. Ну, сейчас посмотрим. А вот подберезовик потерял, где-то видел маленького. А вон. А это
сломает. Пятку сломает, тот сломал. Да и после. Ну ты, наверное, ходил, кто же, ну не я же. Нет, тут, скорее всего, Люба ходила. Да тут, наверное, народу прошу. Они ж какие, да? Да, под березовик-то возьми. Я возьму. Правда, он никакущий. Ну, вдруг да и. Ой, ты посмотри, вырос на шляпке. А, значит, я все-таки 4 нашел, да? Да. Вот так вот. Нет, вон там 5-й стоит. Алидуш. Вон там 5-й и 6-й стоит. А он прямо под шляпкой видел. Ну, я вот 7-й, тоже пнутый. Вон тот, да, ты имеешь в виду? Нет, вот этот. Вот этот пнутый? Да. Нет, он просто обгрызенный. Да? Ножка, да. А там шляпка, а вон там что закопано? Вот это? Нет. Да. Белые, но они уже мягкие. Ну и что, может, чистые? В подполье-то да они. Да, тут кто-то их грыз. Мышки, белочки, волки, рыси. Улитка ест, видимо, видишь, какая. Ага. Тут под березовиков-то тьма. Просто сюда никто не зашел, но они уже все. Да, да. Вот один взяла, один нет. Не знаю, где остальные посмотреть. И не надо. Их тут сотни, наверное. Еще беленьких находишь. Да, попадаются. Немножко, но попадаются. А это ведь это вот елочка, да? Да нет, это вроде не та елочка. Это? Нет. Это вон овраг. А вон еще стоит, не видит? Нет, не видел. Ну, узнаешь елку? Нет. Ну давай, бери. Бери белого, да пройдем дальше. Вон туда, к оврагу. Ну пойдем к оврагу. Там овраг? Да. Вот, сейчас туда пойдем. Ну, пойдем. Все, иди, сама узнаешь. Он под березовиком, да, да, стоит. Я вижу, бери. А вот еще два. Ну и выброси его. Пойдем, пойдем. Раз не видишь, там сейчас на овраг посмотришь. Скажешь, это муж, правда скажешь, что не тот овраг. Ой, смотри, стоит. Где? Вон белый. Да два. Ну ты и кричать у меня зазвенело в ушах. Ну так это елка-то ли? Да. Красавцы. Давай я тебя с ними сфотографирую. Ну-ка. А еще нету? Не знаю. Ну, я-то найду сейчас. Прям так от березы сидит? Ну, давай я посмотрю. Тебя сфотографирую. А, я же сказал, что я...
Я сказал, что я найду белых. А где ты нашел? Вон там. Где? Вон. Еще белые? Да, вон даже два. А я не вижу. Они все... Вот один маленький мир. Вот этот вот. А этот я не видел. А это уже изъеденные. А эти все? Да. Кошки съели. Кто, не знаю кто. А там оба под березовки, оба не крылья. Да. Хоть у них макушечка-то и бархатная, но они уже вяленькие. Ну, это ставрак. Да. Ёлка эта? Да. Слава Богу, ты сама спуталась у меня. Белый ты. Да, дорожка три гриба нас не подводит. Не подводит, белый, да. Даже два, даже три. Где? А вот. Да. А вон там. Где? Там еще два, что ли? Там еще вроде два. Не вижу я пока, где? Потом, да. Вот. А? Вон там еще. Может, еще есть. Ты корова, как ты была корова, так ты корова и остаешься. И те два сорви тоже сразу. Ну, я тебе сейчас покажу. Вот иди вон туда. Туда. Ой. Ага. Увидела, да? Да, Вол. Да, ставь что-то. Ну да, уж теперь. Корова. Надо было говорить. Видишь, да? Вот эти вот докрытия. Вижу. И вон там еще один. Где? Левее что-то. Или мне показалось. Вот. А, да. Ну ладно, я уж так и быть еще найду. Да. Ой, оборвалась. А тут смотри какая. Вижу. Это белый. Бледная поганка. Что ты можешь еще найти? Только бледная поганка. Да, действительно. Ну, этот он никакой, да? А там еще один. Да. Дорожка. Прямо на дорожке. До машины тут сколько? 25 метров? Да, наверное. Вот все-таки мы с тобой набрали корзиночку, да? Да, но ты оказался прав. Подберезовиков много, но уже большие и червивые, вялые. Хорошо, маленько, так сказать, поддержали белые. Хоть в небольшом количестве, но нашли. А как в них в большом-то? Ну, наверное, полкорзинки. Полкорзинки, да. Да, радости полные штаны, да? Ну, это как всегда. Да. Как всегда. Ну, ладно, поедем, да? Поедем.